Всех приветствую. Настало время важного дополнения. Во-первых, сразу увидим, что биток вырос, довольно сильно вырос, на 21 тысячу он сходил. Сейчас рисует коррекцию и пойдет еще выше, и надо подумать, а что это такое, куда мы идем, что же делать. Ну, во-первых, сразу скажу, что шортить это не надо. Явно падаем коррекционно, пойдем еще выше, но вопрос куда? Потому что вариантов, как я уже говорил, очень много. Во-первых, большой треугольник вот в таком духе. Во-вторых, конечная диагональ без пробоя 22 800. Тут как бы критически такой уровень интересный, пробив который мы подтвердим более такие бычьи варианты. Ну, треугольник, напомню, тут что-то вот такое, потом на 17 600, а то и на 15 тысяч может улететь. Это будет долго, это будет несколько месяцев, скорее всего. Но есть более такой худший медвежий вариант, что мы даже не пробьем 22 800 и пойдем рисовать что-нибудь вот такое вот. Это будет конечная диагональ. Ложно, опять же, выбьем, потом пойдем вверх. Ну, а тут вот так примерно все это будет. Короче говоря, все варианты вверх, но вопрос в том, что нужно вовремя с лонга свалить. И где свалить, точно непонятно, потому что не ясна структура, например, на альтах наверняка, там вообще какие-то тузы муны везде, честно говоря, не очень я уверен, надо подождать. Но суть в том, что против роста крипты, опять же напомню, структура S&P. Во-первых, я говорил, что жду тут двойной зигзаг, еще один заход вверх, вот он есть, вот он, мы рисуем коррекцию. Но дело-то в том, что вот это просто импульс диагонали в конце, это коррекция, и мы должны еще импульс дать. Это получится двойной зигзаг, а потом S&P полетит на 3500. И вот это вот крипта не переживет, там 3200 может быть цель. Соответственно, вот я жду вот этого роста, и после этого тут будет мега шорт. При этом индекс доллара, как я говорил, у него было два варианта, либо треугольники рисовать и вверх, либо двойной зигзаг и вверх. И все это дело полетит на 115. Но вопрос в том, что мы дорисовали коррекцию, скорее всего, нет. Мы пойдем еще раз вниз сходим. И после этого только пойдет рост доллара. Соответственно, на данный момент я жду роста по всем рынкам, потому что слив доллара, рост S&P, вряд ли что-то упадет. Но вот после этого ничего гарантировать не буду. Когда мы дорисуем вот эти все структуры, я сделаю еще один обзорчик и, может быть, что-то дополню поточнее. Но в данном случае все выглядит вверх, никаких признаков обвала нету, соответственно, вот бычий рынок такой отскок хороший мы рисуем. Если включить евро, то у нас здесь мы идем куда-нибудь вот сюда. На 1.02 выносить эти стопы по классике, потому что мы на евро еще стопы-то и не сбрили особо. Вот здесь были на фрактальный разворот, то здесь, еще вот тут есть один. Соответственно, жду вот такое движение, и после этого уже слив на 0.95 по фунту. Тоже мы идем вверх, а тут причем 1.20 даже возможно, а потом уже сливчики нарисуем. Но вот насчет фунта не уверен, что он дно пробьет, но тем не менее, откат большой даст. Посмотрим. По золоту. Вот золото тоже подтверждает то, что мы сейчас падать не собираемся, эта коррекция идет. Мы должны еще сдать 1685, наверное, а потом пойти вниз на 1580, потом туда. Соответственно, вот еще вам признак того, что мы рисуем просто отскок по нефти. Вот тут получше ситуация. Но структура, конечно, странная, но все-таки жду нефть на 100, еще раз повторюсь, потом вниз. По газу. Точно не скажу, но газ надо покупать и здесь, и в районе пятерочки. Мы пробили здесь последнее дно. Вариант с конечной диагональю с треугольником отменены. Но зато появился вариант с пятой сильной волной, это же вот туда. Поэтому вот советую брать газ еще раз, кто еще не покупал, у кого он есть. Ну, а все остальное там не очень интересно смотреть. По рублю добавлять нечего, он какой-то странной коррекции, по идее. Вот это все на рост не похоже, мы еще раз не сходим, потом только вверх. Тут пока такого жду. И давайте посмотрим альты, потому что тут вообще интересная структура. Во-первых, тут 1, 2, скорее всего 3, может быть, не дорисованная. То есть тут два варианта, такой. И либо вот такой. Вот такой вот. То есть есть вариант, что альты будут очень хорошо выглядеть, как бы их покупать имеет смысл, но уже где-то вот в этой зоне, когда будет большая коррекция. Не уверен я, что эфир вообще вниз пойдет. Если он пробьет вот эту вот вершину, то... Ну, хотя может быть двойной зигзаг, конечно. В принципе, да. Хотя тут уже двойной зигзаг есть. Трудно сказать. Короче говоря, по альтам пока отложу вот эти все пояснения. Пока мы не нарисуем структуру, ничего не ясно. Но биток явно смотрит вверх. В район 21 500 он сходит. Надо мониторить уровень 22 800. Пробьют, не пробьют. Потому что там разные есть варианты. Я еще флэт не объяснил. Флэт вариант самый веселый, но пока про нем не буду говорить. Ну, короче говоря, если подытожить, все рынки сейчас будут расти, может быть, даже в следующую неделю, и после этого будет обвал. Соответственно, вот к нему надо готовиться, не засесть в лонгах. Все, что мы рисуем, это просто большой отскок.
Сейчас опять все накупят дорогих активов и потом полетим за контрольный вынос. Поэтому вот такие сейчас идеи и до следующей встречи.